Всем здравствуйте! Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, известный по программам «Контрольная закупка» и «Доброе утро», объяснил свое решение уйти в ток-шоу на телеканале НТВ. В интервью он назвал переход поворотным моментом в карьере на телевидении. «Если говорить об ощущениях от первой программы, то мне сразу стало понятно, что я говорил не со звездами, а с людьми. Как выяснилось, у них такие же проблемы, как и у всех», — заметил он. По словам Привольного, после записи дебютной программы он вернулся домой и принял ванну с расслабляющей музыкой. «Не очень понимаю, что будет дальше, и ничего подобного я уже давно не ощущал», — отметил ведущий, оценивая переход на НТВ. Он пояснил, что давно хотел попробовать что-то новое, а жанр ток-шоу ему очень нравится. «Определенно в звезды сошлись, я пока слабое звено и еще не в курсе кто, зачем, почему и как. Но будем разбираться по ходу дела», — заключил Привольнов. Антон Привольнов заменил телеведущего Александра Колтового, покинувшего нас в результате авиакатастрофы. Соведущая проекта Лера Кудрявцева отметила, что не была ранее знакома с новым коллегой по программе. Колтовой вел на НТВ ток-шоу «Звезды сошлись» вместе с Лерой Кудрявцевой и ДНК. Его карьера на телевидении началась с участия в первом в России реалити-шоу «За стеклом». Новой ведущей шоу ДНК стала актриса Анна Козючец. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!